Еду к... Всем привет, меня зовут Никски, и сегодня со мной... Ага. И сегодня мы играем в тестер подвески. Кстати, Егор, ты где? Никита! А. Никита, я нашел тачку, я куплю. Ага. Ну а мы начинаем. Приятного просмотра. Никита, где? Кстати, я тебя так и не могу найти. Бабуля! Бабушка, где нет? Никита, я сейчас и подъеду. Мама, мне немножко игра залагала. Так, сейчас мы сделаем большую такую... Не, ну какой-то слишком неуправляемый этот поезд. Сейчас мне надо заресетиться. Здрасте, вот сейчас сяду. Как тут сесть? О, все, все. Это лама, брум-брум. А это гелик. Влад, это бумага, а бумага это гелик. А это я посуду и катаюсь. Это Супра. Мы, кстати, едем на внедорожную дорожку. Да, мы застряли. Подожди, удаляю машину. 74 человека застряли здесь. О. Не, на том машине. Давай. Так. Я хочу три тачки сейчас. А, кстати, я тут вроде бы заспавнил автобус, а его здесь нет. У меня вопрос, где он? Его даже на трамплине типа нет. О! Это мой малыш заспавнился. Садись на мой Порше! Да, а то мой автобус застрял. Так, еду в Порше. Порше Поршович. Ой-ой-ой. Садись. Я сажусь. Все, поехали. Поехали. Блин, где что-то с камерой немножко прокручивается. Так, все, я на спавне. Где ты? О, я автобус нашел. Автобус-то куда? Егор, короче, я буду сейчас кататься на банане. Будем испытывать, как говорится, банан. Бананы. Кстати, ребят, если вы хотите еще ролики с Егором, напишите в комментариях. Ну, вообще, напишите в комментариях, с кем из коллабов вы хотите, чтобы я снял ролик. Я на какой-то арене, короче. Сейчас подъеду. А на спаун ехать? Давай, еду. Финалочка. Бомбая. Бам-барарам. О, я нашел какую-то машину. И... Кстати, бананус это ясус. Это пандус. Так. Дик. Сейчас.
О, во-во-во-во-во. Я нашел тестер подвески. Так, я подъехал на спаун. Здорово, я на бан... Всем привет, я... Меня зовут Бананус. И сегодня мы катаемся на... Давай, поехали. Я даже из-за того, что у меня еще игра ладнула, я развернулся каким-то образом. Я сейчас хочу в кольцо проехать. Если я проеду в кольцо, поставьте лайк. Я проехал в кольцо, поставьте лайк. О, я залетел сразу на внедорожную. Я у гор. Оп, оп, а я на... Здорово. Сейчас тебя догоню, я еду на Бананусе. Ой-ой-ой-ой-ой. Я сразу же крутанулся два раза, прикинь на это. Штука, которая вокруг просто крутится. Меня машина просто повела вправо, и я два раза крутанулся. Я думаю, я и третий раз так понесусь, но я третий раз ё-моё, 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 ё-моё. Вот это контент, конечно, подъехал. Да, я собираюсь. Развязаться, спрыгну со скалы. Поехали. А! Ты с горки съехал? На трамплине. Я чуть не съехал. Ты, кстати, где? Я тебя на горе жду. Подожди, я сразу приезжаю. Сейчас. Вот снежная карта. Подожди, ты пока играй, я сейчас вернусь, я просто в туалет отойду быстренько. Я скоро вернусь. Так. Ребята, я вернулся. Так, я пока что ржавой машины не вижу. То есть это его ржавая машинка. Ладно, надо соскочить со своего банана, а то он очень бархатный, как бархатные ролики тратить. Кстати, Егор, угадай, когда этот ролик выйдет, в среду или в пятницу? Наверное, в пятницу. Ну, тогда я его выпущу в пятницу. Зато будет больше времени на монтаж. Бам, 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 бам. О! Ёберный чёрт, я на следующий бензин выпущу. Не, бананчик не застрял. Мой банан! Если он съедет с горы, это вязко, нет! Я еду с горы с бананом. Фух. Хорошо, что я не до конца уехал. Барам-барам-барам. Бери. Ё-моё. Кстати, Егор, чтобы ты точно знал, что я на самом деле снимаю, то я тебе этот ролик скину по WhatsApp. Потом. Нет, я провалился. Фух. Я бы сейчас бы второй раз бы с горы съехал. Я пошел вниз смотреть, где ты.
Ай, я свалился. Я свалился, слон. Мне кажется, мне сейчас придется долго идти пешком на гору. Подо мной М5 асфальтился. Он закурит, ну я брусь. О, мой бананус здесь стоит. Ё-моё! Я лежу. О, теперь я сижу. Стою, то есть. Телепорт. Так. Дык. Давай, гора! 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 Телепорт. Внедорожная дорожка. Ты меня подожди, я сейчас телепортируюсь. Я уже телепортировался, вот. Сейчас был здоровый. Сейчас я возьму тоже. Я возьму кое-что покруче. А кто? А вот, хеликоптер. Ты летай на своем самолете, а я буду на вертолете. Я буду на хеликоптер. Хеликоптер. Да, ой, я хочу на максималку врубить звук, чтобы услышать звук вертолетика. Блин, мне кажется, игра так залагала. Знаешь почему? Потому что у меня теперь вертолет по кругу крутится. Он начал не взлетать. А ты просто нажми на кнопочку вверх, и он взлетит. А если ты будешь нажимать на стрелочку, то он просто будет вперед лететь. Мотоцикл Шатара есть. Тут еще есть машина, хочу, которая... Я хочу за товаром вперед будущее. Ага. Так. Где тут есть самолетик? О, во, я самолетик нашел. Хеликоптер, самокоптер. Ё-моё. Что с самолетом? Самолет нормально лететь не умеет. Ё-моё! Егор, что я делаю? Мой самолет просто идет себе как... Я летаю! Полет! Я могу туда залететь, нет. Да. А, Амогуса встретил. Полети. Я научился, короче, водить самолет. Не знаю, я просто его на максималку не врубал. Ё-моё, а вот звук самолета хочется немножечко убрать. Потому что он такой, на самом деле, громкий. Очень громкий. Настолько громкий, что не очень приятно-то. Поэтому я полетел. Мой самолет ведет себя как бешеный кот, который я встретил 3 часа ночи на улице. На своем дворе. Я что-то передумал. Я понял, надо поворачивать камерой. Да, это я тоже понял. Осторожно. Я истребитель, я 78-й. Я буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, с вами был Никский и...
Всем пока!